вами телепроект Play Fashion. Меня зовут Катя Македонская, и, как всегда, я обещаю вам нечто грандиозное. Я знаю волшебную комбинацию слов. День рождения, Ривьера, 5 лет. Сегодня мы здесь, чтобы узнать, как же Ривьера празднует свою именинную вечеринку. Качественных товаров, магазинов, больших продаж и развития в плане культуры, как сегодня. Должен проходить весело. И грандиозное шоу, которое празднует сегодня Ривьера в честь своего 5-летия, происходит невероятно, потому что выступают самые лучшие артисты нашего города и не только. Live Drum DJ Project Valblush. Группа Lime. Наш невероятный, классный, обалденный народный артист Украины Борис Барский. Ну и, конечно же, неподражаемая Ингрид. В джунгли парк, где насчитывается более 100 видов экзотических животных, друзья. У них сегодня можно тоже считать день рождения, потому что они являются частью торгового центра Ривьера. И вот я общаюсь с одним из обитателей в джунгли парка. Сейчас концерт в торговом центре Ривьера. Есть еще несколько точек, и одна из них вот эта замечательная, танцевальная, просто зажигательная и красочная, где только что произошел флешмоб в исполнении юных дарований из студии танца «Поэзия движения». А сейчас будет проходить мастер-класс по танцам. И я намерена вместе с ними потанцевать. Пользуясь именинным выпуском в торговом центре Ривьера, мы решили взять интервью у недавно открывшегося магазина LC Waikiki, а в частности у его директора Артема. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Артем, скажите, пожалуйста, как прошло ваше открытие? Открытие прошло очень хорошо, грандиозно. У нас была куча шариков, очень много покупателей, все были довольны. Ну, то есть все прошло очень хорошо. Сотрудничество очень нравится, очень устраивает. Дела у нас идут очень хорошо. Мы по нашей сети второй магазин после Киевского Океан Плаза, который, ну, к сожалению, пока не догнали, но я думаю, что мы догоним его скоро. Поэтому, в принципе, у нас дела очень хорошо идут. Хочу пожелать Ривьере, чтобы Ривьера развивалась дальше, чтобы начинала сотрудничать с крупными операторами, чтобы все у них было хорошо и чтобы 5-летия праздновались более грандиознее, все грандиознее с каждым 5-летием. Подразумевает множество разных сюрпризов и подарков. И один из них, как всегда, торговый центр Ривьера устраивает для своих постоянных покупателей. А в частности, ночь скидок в Ривьере. Обратите внимание, я сейчас нахожусь рядом с одной из таких скидок. 20-30%, а есть даже 50% и, возможно, где-то 70%. А вот, собственно, 50%, друзья, я никогда не обманываю. We'll be right back.
Рядом со мной находится один из лучших стилистов Украины – Натали Орлова. Натали, как обычно, без нее, наверное, не проходит ни один грандиозный праздник, поэтому она сегодня тоже радует своими сюрпризами пятилетнюю Ривьеру. Натали, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Шикарно. Вы в очередной раз превзошли сами себя. Как вам это удается? Ну, на самом деле, я просто во вдохновении живу, всегда просто нахожусь на этой волне, как бы, поэтому творческие люди, они все такие, наверное. И вот такой небольшой совет от Натальи Орловой для тех клиентов, которые посещают сегодня торговый центр «Ривьера» в честь пятилетия. Можно вот дать им какой-нибудь совет о том, как правильно нужно выглядеть, что нужно делать, вообще секрет красоты от Натальи Орловой? Модно то, что удобно, модно в первую очередь то, в чем комфортно, поэтому в первую очередь... Вам должно быть, вы должны чувствовать себя в своей тарелке. Далее все остальное. Спасибо большое. Ну, мы все желаем торговому центру «Ривьера» процветания в геометрической прогрессии. Поразивший публику торгового развлекательного центра «Ривьера» Светлана Прибыльская. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы привыкли, наверное, людей вводить в такой эстетический шок от того, что вы творите своими руками? Да, конечно, привыкла, и мне это очень нравится. Я от него получаю очень большое удовольствие. Что вас вдохновило на создание этой коллекции «Флёр»? На самом деле, это, можно сказать, одноименное название с моей студии. Студия красоты «Флёр». Цветы – это неотъемлемая часть моей жизни. Вы сама как прекрасный цветок. Замечательный магазин. Сама люблю сюда приезжать. Действительно, есть что посмотреть, купить и просто даже погулять, отдохнуть. Желаю только процветания. Спасибо большое. Человек хорошее настроение, невероятный, непредсказуемый и самый-самый лучший в мире. Народный артист Украины Борис Барский. Борис, здравствуйте. Добрый день. Борис, вы уже первый свой сет комедийный отыграли на сцене торгово-развлекательного центра «Ривьера». Расскажите, пожалуйста, что еще сегодня наши клиенты увидят от вас, услышат от вас? Мне повезло, потому что, наверное, самое большое удовольствие человек получает, когда что-то дарит кому-то. Ну, приятно, когда тебе дарят, получать тоже приятно. Вот. И у меня сейчас очень много призов, которые я буду разыгрывать еще. Мне дали благородно так вот, сказали, раздашь кому хочешь, кто понравится. Вот я сейчас буду раздавать. Я чувствую в роли Деда Мороза, наверное, Нового года какого-то. С
Сотрудничество, как в общем-то это частенько случается в моей профессии, связано в основном с праздниками. Это не первое мероприятие, которое я провожу здесь. Хочу сказать, что всегда по ощущениям максимально приятные. Есть вот такое вот место, куда ты попадаешь и чувствуешь себя, вот да, ты в Европе находишься, или где-то не в Европе, но за границей однозначно. Нам очень приятно, что мы завоевали доверие уже многих людей за такой короткий срок. И нам очень приятно сотрудничать с этим торговым центром. Celebration's here, can you feel me now? Spirit's got me vibing, come on, let me touch you now. Let me touch you, baby. Want the feel to move you, do it to your soul. Can you do it, can you do it? Clap your hands, stomp your feet, go on and let it go. Ain't no shame if the feel is real. Я поздравляю торговый центр с днем рождения. 5 лет – это очень приличная дата. 5 лет. Желаю вам хороших посетителей торгового центра, хороших клиентов. У вас очень здесь хорошо, приятная атмосфера. Вам всего-всего самого приятного и побольше хороших людей в торговом центре. Спасибо большое. А магазину «Пандора», или правильно сказать, бутику «Пандора», мы желаем всего того же самого наилучшего. Желаю, чтобы все было успешно, чтобы они радовали нас такими замечательными концертами и, конечно, побольше скидок в очень классных магазинах, где можно приобрести классные вещи. Я живу на поселке уже около 7 лет. И в то время, когда появилась Ривьера, это самые мои счастливые годы жизни на поселке. Ривьера мне принесла очень-очень много вещей, очень-очень много веселых моментов. Рядом со мной находится невероятно великолепная Ингрид. Hello, Ingrid. Здравствуйте, Ингрид. Вы великолепны. Нравится ли вам Ривьера? Это настоящий центр шопинга, и это очень интересная ситуация, когда объявлен ночной шопинг. В моей стране очень часто устраиваются ночи скидок, и всегда много ярких эмоций, как и здесь сегодня. Торгово-развлекательный центр «Ривьера» умеет закатывать праздники. Сегодня были и концерты, и флешмобы, и сюрпризы, и куча приятных скидок от магазинов. А самое главное – супер-пупер настроение. Play Fashion. Играйте в моду вместе с нами. С вами была Катя Македонская. Пока-пока.